Йоу, ватсап, народ. Че, продолжаем. Так, и что нажать? Чё, погнали? Смотрим. Давайте стул. Посте война. Я понял. Где базука? О. Давай следующий. И заключительный. Не, внутри хватает. Так и чё мне? Давай сюда. Вот тут я, пожалуй, забегу. Не уверен, правильно ли я иду. Сейчас посмотрим. Просто я назад иду, получается, что. Так, ну типа я эту хрень отключил, блин. Еще раз пройдем сюда, посмотрим все повнимательнее. Тут я, блин, отключил. Туда мне стопудово надо назад возвращаться. Давай, погнали. Чего уж тут. Ну или подожди. Может там как-то наверх эту платформу можно подняться. Ну типа сейчас назад идти, это я не знаю. Давай, давай ко мне поднимайся. Во.
И ты сюда. Ну, как раз метод для лентяев вроде меня. Давай еще один. Давай даже нагнусь немного побольше. Всё. Ну, блин, зашибись. И свалиться еще этот момент. А что у нас нанизу, блин? Ну, типа, зачем это все? Ну, понятно, там чисто аптечня. Кто-то мне не нужна. Давай, погнали. Раз уже спустился, как говорится. Поймал. Ох, ёлки-палки, там замес целый. Кто же победит? Чё, закурить есть? Этих явно есть. Ну все, пиздец мне. Охуенно. Обнаружен тяжелый перелом. Система жизнеобеспечения включена. Так, где? Ой-ой. А вот откуда вы полезли. А еще файтинг не закончился. Я тут постою. Я понял. Песня бесконечная. Я пошел. Развлекайтесь сами. Если так, преследую. Входим. Так, надеюсь, там с моей машиной ничего не произошло. Давай тебя. Thank you.
как тут успеть тогда? Я так понимаю, пропустить не вариант. Только вот так. И налево, и налево. Джойстик, джойстик. Ну-ка, давай, соберись. Блять, не кучу управления. Ну все. Мне только так. Ага, я понял. Так, все, машина прямо идет. Я ж успел. Твою мать. Слушай, а если я в настройках посмотрю, блин, может как-то чувствительность можно поменьше сделать. Автоматик. Подожди. In vehicles. Work scale weapon. Angle adjustment. Movement speed. Exit fade. Ну, не, это явно не то. Ладно, давай назад, короче. Все, давай, half-life, вернуться в игру. Пофиг, попробуем так. Может, повезет. Я успел. Ничего не знаю. И даже успел куда мне надо свернуть. Слушай, я бы хотел бы здесь так пройтись. Дай подсветочку.
Эй, здорово. Че, зайти хочешь? Так. Ловишка. Вот это, пожалуй, я отправлю твоему приятелю. Вот сейчас это. Пацаны, бочка. Пацаны, шкаф. А шкаф есть что тема. А можно мне еще раз шкаф? У меня там один приятель остался. Братан, лови шкаф. Ладно. Я так понимаю, тут надо эту дорогу разгребсти, блин. Так, ну чё, вроде должны проехать. Слушай, я сейчас выйду, блин, и разберусь. Ага. Чё, какие еще сюрпризы нас ждут? Особнячок. Ну давай посмотрим, что там. Закрыто. Кому нужна дверь, когда есть дырка в стене? Я понял. Вот это дело полезное. Давай шкаф поставим на его законное место. Ничего там. Ах ты ж, подстава. Все, вот там вот и сидите. Просто выгнал. Ух ты! Все, все. Так. Yes.
Ясно, давай дальше, короче. Ничего тут такого интересного особо не было. Слушай, я ж сейчас выйду. Я ж сейчас разберусь, блин. У меня ж тут добра на всех хватит. И на тебя хватит. На друзей твоих. Давай к папочке. Лови. Красиво. Ничего нету. Вот это есть что-то. Прикинь, у меня такая же туговина. И шо? Они шо, топают сюда, говорят. Ну сейчас посмотрю, там только. Я так понимаю, мне надо тут переехать, да, было? Сначала давай посмотрим, что тут у нас. Улетайте, тут никого нету. Что это? Или так и должно быть? Давай, ладно, допустим, мне надо еще два аккумулятора.
Подкрепления не будет. Будет только дополнительный аккумулятор. Да? Ведь будет? Давай так. Так, ну где же мне искать еще одну батарею? Или мне ее не надо искать? Ну отсюда давай. Блин, реально, давай по приколу поищем аккумулятор. Может, какой-нибудь в машине? Ну точно. Вот и он. Давай посмотрим, что будет. Так, это сюда ведет провод, сюда и сюда. Слушай, ну ворота же и так были открыты. А вот теперь они открыты полностью, я понял. Короче, смысла не было искать последний. Сюда. Эх, господи. И что, опять все заново? Я хотя бы машину перегоню. Да и машину это назвать можно с натяжкой. Это что-то серия смертей каких-то у меня. Давай, и сюда, все. Короче, пацаны, я с вами там уже дрался. Давай быстро аккумулятор сюда. Дай аккумулятор. Все. Что там, двери открылись? Блять, не открылись. Ладно, сами напросились. Убит. Вот и все. Всего-то делов, да? А, погнали за аккумулятором. Где он? Тут он. А, так, вот он. Давай. Это я люблю дело. Все, можно ехать. Давай, ты тоже на выход.
Ну-ка. Сюда. Тихо. О, наши друзья. Сюда! Вы добрались? Мы перехватили радиосигнал. Они ищут машину. Заводите ее в амбар. Давай. Заведу. Водите ее в амбар. Да, завел. А, еще и меня здесь закрыли, да? Ладно, док. Дальше придется пешком. Вдоль утеса ведет тайная тропа, но мы не пойдем туда, пока не отразим атаку. Если вы будете сражаться с нами, это сильно поднимет дух отряда. Понял. Черт! Транспортники на подлете. Ну, против них у меня есть один прием. Пацаны, сюда! Так не работает. Транспортник летит вдоль дороги. Давай, высаживай. За патроны спасибо. Че, еще один? Давай с этого постреляем. Братан, как толку-то, не трогай. Ложись. Спасибо. Транспортник у маяка. Еще один. Давай, следующий пошел. Все? Штурмовик. О, здорово, мужик. Да подожди, дай сначала базуку взять. Давай. Тут сейчас главное не мазать.
Давай, последняя твоя. Как ты любишь. Во. Шикарно. И у меня больше нет ракет. Сюда, доктор Фриман. Свернем на горную тропу, пока нас не засек штурмовик. Погнали. Доктор Фриман, идите со мной, а то появится еще один. Куда, вниз? Вперед! Вперед, погнали. Вон туда. И смотрите под ноги. Куда туда? А, сюда. Я понял себя. Подожди, давай. Сейвик сделаем. Уть. Осторожно. Давай туда. Машинку ухали. Тихо. Давай без этого. Чё-то давненько муравьиных львов не было. Кто-то приближает. Эй, ты! Стой, где стоишь! Оставайся на камнях! Не становитесь на песок! Не злите муравьиных львов. Лазло, не двигайся. Нет, на полы! Боже, бедный Лазло. Лучший из своего поколения. И такой конец. Мы направлялись в лагерь вертигонтов, надеясь достать приманку для жуков, чтобы эти хреновины оставили нас в покое. Но без Лазло, какой смысл? Я знаю, ты хотел помочь. Я побуду с ним некоторое время. Я должен кое-что сделать. Иди же. Надеюсь, тебе повезет больше, чем нам. Держитесь подальше от песка. Муравьиные львы сейчас на взводе. Муравьиные львы. Муравьиные гады, блин, я бы сказал бы. Ладно, давай, хорош на эту серию. Я думаю, там полчаса уже есть каких. Ну, блин, давайте лайкосики, подписочки. И да пребудет с вами монтировка Гордона Фримана. Всем пока.